Начинается церемония подписания документов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Луганской Народной Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.